Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 12:31. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. О каком пути сказал апостол Павел здесь? Ну, сейчас, видите, разбили на главы стихи. Это французский там библиотекарь. Ну, показано, какие годы. Это в предисловии к Новому Завету у меня все указано. А тогда этого-то не было, это сплошняком шло. И оно прям дальше начинает говорить, Ветхий Новый Завет, без разделения даже этого никакого не было-то. Да, кардинал Хьюго, а библиотекарь Стефан, вот как было. Первое, на главы разбил кардинал католический Хьюго, а библиотекарь француз Стефан. Я сразу спрашиваю, почему не православные? Вот Ник Вуйчич ездит без рук, без ног-то, не православный. Вот покаялся один артист СССР. Вот понимаете, это такой Богачев Юрий, не православный, а он был никакой. К нему подошли какие-то братья-баптисты, и он обратился, покаялся. У православных нет, я сказал, смотрю. Ну, след за этим стихом, и вся 13 глава говорит об этом превосходнейшем пути. Это называют ее глава любви. Нет ничего выше ее. Это путь превосходнейший. Жить по любви. Но о любви сегодня батюшки-любвисты. Все по-хорошему, все, что было как, не огорчить человека. Да где ты видел не огорчить? Вот читаем Иеремия, там 16:5, Господь говорит, не пощажу и не помилую. Я устал миловать. Устал миловать Бог. Да Бог же не устает. Ну, применительно к человеку, устал. Приходят, ничего не знают. Любой артист начинает кривляться. И все, верующий, лишь бы икону повесил. А он как курил, как матерился, как блудил, так и остается таким. Ну, никакие. Для этого есть, существуют правила, каноны. Епископ Нон говорит, приходящих от блудной жизни не скоро допускать до крещения. Не скоро. Вот так. Значит, есть каноны, которые ограничивают своевольство такое. Вот святые говорят, у меня есть материал такой, отцы и дети. Он говорит, избери такого себе наставника, строже которого нет во всей вселенной. Даже Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. А это, чтобы никак нигде не тронули, вот он чувствует, какие, это самое погибельное состояние людей сегодня. Когда приходили крестители к Иоанну Крестителю, он как их назвал? Он даже не разговаривал с ними, порождение ехидины, змееныши. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Он увидел это дело. Вот так. А сегодня этого нету. Слово ваше да будет приправлено солью. На раны соль. Солью. Так и апостол Павел говорит, прийти к вам, говорит, с чем? С жезлом. То есть как горшки переколочу приду. И люди боялись. Я всегда беру Парфения Боровского. К нему, когда шел на исповедь, князь, кажется, Георгий, он говорит, у меня, говорит, от страха ноги подгибались. Какая была исповедь. Можно было чего-то ожидать. А сегодня стоят, разговаривают, мимо бежит. О, храм. Скорее заскочила, рот разинула. Потому люди больные умирают. Больны и умирают. Немало умирает. Я когда начинаю говорить, ой, вы все стращаете. У нас он дед, бабкой были верующие, они всегда в карты играли, в лото играли. А у вас то нельзя, другое нельзя. Дед курил до конца, ну и священника вызвал, причастился. Ну я еще могу на это сказать? Ты же знаешь, где дед твой находится? Нет? Если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Слово вопрос-то стоит, а ответа-то нет. Где он явится? Где? Если он шел не тем путем. А табакур, наркоман, это самоубийца. 36 лет и нету. Вот так.